Спустя 65 лет после начала Нюрнбергского процесса в здании трибунала открылся музей истории Международного трибунала. Экспозиция разместилась на верхних этажах здания. В настоящее время здание суда, в котором расположился музей, используется по прямому назначению. На выставке представлены видео и аудиозаписи, материалы по истории, информация о действующих лицах, биографии 24 обвиняемых, фотографии и прочие документы. В свободное от заседаний дни можно осмотреть зал судебных заседаний, известный как зал 600, где проходили слушания Нюрнбергского процесса. На площади Людвигплац находится весьма необычный и очень оригинальный фонтан. Называется он «Супружеская карусель». Этот фонтан был создан по мотивам произведения немецкого поэта и композитора Ганса Сакса. Создатель фонтана – скульптор Юрген Вербер. Композиция фонтана составлена так, что каждая сторона фонтана представляет собой сценку из супружеской жизни, светлые и мрачные моменты брака. 6 скульптурных композиций расположены по кругу и отражают различные эпизоды супружеской жизни. Каждая композиция – это намек и скрытый смысл. Вот такие стихи Сакса побудили скульптора на создание такого необычного фонтана. Брачная жизнь – воплощение радости. Вкус кисловатый добавит букет. Сколь вы прекрасны семейные радости, столь же и тяжкие, сомнения нет. На некоторых фрагментах фонтана высечены четверостишия из этой поэмы.